Приветствую, друзья! Это канал про такси. Сейчас буквально пару слов о нововведении Яндекса. У меня буквально на днях, ну то есть, наверное, позавчера появилось в новостях сообщение, вот скриншот, о том, что с 7 августа тариф эконом для заказов, сделанных по телефону, меняется. То есть прикол. 11 числа появилось сообщение о том, что с 7 числа что-то меняется. Я же говорил, что Яндекс любит что-то делать задним числом. Ну ладно, сейчас не об этом. Значит, смотрим внимательно. Меняется что? Подача машины дорожает, а время бесплатного ожидания увеличивается. Это сделано для того, чтобы пассажиры, которые не видят ваш автомобиль на карте, было больше времени и все такое прочее. Эту ситуацию, вообще вот эту новость, подробно разбирал канал Сборка.ком, кто-то еще высказывался из таксоблогеров. Я повторяться не буду, сейчас я не об этом. Давайте посмотрим, что же там меняется, да? Глядим. Значит, пример. Ну, здесь указано, что подача машины дорожает только потому, что значит, водитель должен больше заработать, а время меняется, чтобы пассажир там смог найти. И вообще часть денег будет уходить на обслуживание этого самого телефонного звонка, поэтому вот все это подорожание. И есть прекрасный скриншот, пример. Обратите внимание, смотрите. Некий заказ Республика Хакасия Абакан со спортивной 51 до маршала Жукова 91. Заказик, значит, 269 рублей 61 копейка, стоимость для пассажира 305 рублей. Обработка заказа по телефону минус 6 рублей, то есть это там, 0,5%, да, получается. Нет. Что-то я совсем туплю. Значит, 3 рубля, да, это 2% получается. Почти 2%. Вот. Смотрим. Стоимость поездки 299 рублей 2 копейки. Комиссия Яндекса 29 рублей 41 копейка. Все обратили внимание? Вот те, кто разбирал эту новость, почему-то не обратили внимания. Смотрите, как стыдливо Яндекс, падла, показывает свои проценты. Стоимость поездки 299, комиссия Яндекса 29,41. Это меньше 10%. Вы вообще в каком-нибудь городе, вообще кто-нибудь из вас, кто катает Яндекс, видели такую комиссию 10%? Вы понимаете, что Яндекс обманывает буквально даже в скриншотах, вот в примерах, которые он приводит. Ты посмотришь, а да, смотри-ка, как здорово, да, действительно, все понятно, пару процентов на обработку, пару процентов, значит, сюда, и 10%, значит, заберет себе Яндекс. Да нет, ёптель, на самом деле, этот скриншот должен был выглядеть по-другому. Комиссия Яндекса должна была составлять 20 с лишним процентов, то есть 60 рублей. А не 29. Во-вторых, комиссия таксопарка здесь не указана. Она составляет от 5 до, в некоторых местах, я слышал, даже 10%. И реально, из 305-рублевого заказа, который стоил, значит, 305 рублей для пассажира, водителю останется вот 299 минус 60, ну и еще минус 5% там от 299, ну пусть 15, минус 75 рублей. 200, там, 24 рубля. То есть заказ стоил пассажиру 305, а водитель получит 224. Но о чем можно говорить? Как можно вообще работать с Яндексом, если Яндекс вот таким вот образом обманывает? Даже стыдно самому Яндексу, стыдно признаться, какая у него на самом деле комиссия. И в примерах, которые он приводит, он тупо обманывает вас. Вы глядите, смотрите, о, 10%. Ну, бред вообще, бред. Ладно, не дайте себя обмануть. Всего доброго. До свидания.